Выживалка. Да уж. Так, опять я появился. Ты не поверишь? Но нам, кажется, будет трудно друг друга найти. Ой-ой-ой-ой-ой. Как ты думаешь, почему? Не знаю, респаунится в разных точках. Да. Да? Точку. Это конечно жопа. Да, блядь. Блин, так я вышел, я прошел там метров 10 где-то. Меня на полволки сожрал. Все, да, и кончилось. Ага. Вот и начало. Блин, ну так природа прикольно, блин. Море? Велика поляна находится. О, знаешь, я вийшов, короче, на камінь. Вийшов на камінь і, виходить, тут так така долина простягується. Іде річка. О, річка. У мене теж є річка. Виходимо до річки? Ні, це дорога. А, це дорога, да, це дорога. Нормально. Это так. Дорога. Блін, зараз я не знаю, в яку сторону йти. Що ти бачиш? Кроме моря. Я моря вообще не бачу. А, что ты видел то? Тут вообще кругом одна долина. И слушай, да... я кажется себя вижу. А эй! Ты что, блядь? А ну иди сюда. Человек. 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 Сука. Ой-ой-ой. Ты ёбнул. Ты как? Ебать. Вот так. Уйди, уйди. Уйди, уйди. Во, что ты делаешь? А ну походи вот так. Бля. Вот так? Нормально. Так, значит надо привести. Слушай, глянь. Глянь, сюда. Давай. О, чувак! Не-не-не, беги, беги. Иди нахуй! Как ты бегаешь? Шифтом! Шифтом, а, точно. Слышь, ты живой? Нет, бля. Я понял, короче, да блядь, думал, кусты, что там есть? Я думаю, это херня. Подбегаю, блин. А тут такая жопа. О, ёб, Алена! Стэна! Ёбан! Собака! Собака, блядь, что вы, блядь, так... Вот это у тебя звуки. Ублюдочный пес! Волк в крови, короче, весь таки, понял? Ооо, жопа! Так. Да блин, блядь, ты появился, бля! Да ну жопа! Тут респаун тупый. Ми не поняв, мене тільки волк загріз, появлявся, мене опять волк херачі. Та що ж такое? А ну видиш чувака з факелом. А ти бачиш? Да ладно! По-моему, да. О, ти появился там, де я був. Уиии! Слушай, та ночью гораздо легче. Стой! Бля! По дороге просто. Да волк, сучара! Да-да-да, бля, иди в этот, в здание. Так я тебе бачу спереди, где ты? Я спустился, я на камень залез, понял. Ну, а где сейчас? К тебе иду. О, вон, вон, вон. Справа. Бля! Давай, сука! Давай, беги, беги за мной. Куда? Ёхарный бабай. Бля, 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 ты, сука, кидай его. Куда ты, сука, уходишь, блядь? Куда ты, бля, уходишь? Бля, тут же камень, тут же камень, а ну. Все, я на камень забрался. Слушай, за тобой! Сука! Давай! Беги за мной! Да бля, что ж такое здесь? Колд, колд, блин! Нормально, нормально. Вообще не... Бля, бля! Давай быстрее, он догонится. Бля, да ну ладно, затупня, бля! Давай на скалу и опять через скалу, понял? Не, не надо. Не успеем. Мне хана. Чё? Да бля, жопа! За тобой он гонится. Ты сука! Жить! Жить! Если будешь нажимать респаун... Меня волк грызет еще один.
Нажимай не респаун, а нажимай add again. То есть это нас закидывает именно в какую-то определенную точку. Почему у тебя ничего не было? Ну то, что я тут издох. Издох. А где ты? Жесть. Я сдох именно точно там, где ты. Хана, ну жопа. А где я появился, ты не поверишь. В жопе? Да, вот ты где появился, вот скажи мне. В жопе. Ты знаешь, что я вижу? Угу. А ты же с факелом ходишь? Я сомневаюсь, что это море. Туда, наверное, поле зрения мое просто не достает. А с чем ты ходишь? Я высоко в горах появился, очень высоко. Вижу долину дальше. Надо вздыхать. Скалы, вот, леса. Вот, короче, вот, я спрыгиваю. Мы только друг друга обнаружим, уже все, начинается жопа просто. И сразу да. И сразу жопи. Ты живой, здоровый, да? Как бы, умер уже. Только давай крафтись возле кемпа. Блин, знаешь, это классно, вот именно костер так и реалистичный, классный костер, кстати, вправду. Дымок такие классные отходы. Уже луна заходит, именно рассвет просто классный. Вот, тучки плывут интересно, вообще класс. А знаешь сейчас, что в чем вся жопа? Будет друг друга тяжелее найти. Но зато на волка не напоримся. Да. Короче, блин. Волкопорка. А. Как не одно, так другое. Волкопорка. Начал лучше видно. Ну, да, порка. Порка. Волкопорка. Волкопорка. Порка-волка, волкопорка. Короче, сейчас я заберусь на скалу и буду выглядывать тебя. А я вот я кострища палю постоянно. У меня такое ощущение, что я играю в чистое небо, знаешь, вот это иду по ниток. И через елки пробираюсь. А, два кемпфайра создавать нельзя. Да? Угу. Потуши, значит. Распалил, потуши. О, можно, оно можно. А хотя и какая разница. Так, я нашел заброшенный. Короче, знаешь, я, короче, тоже солнце встает, да? И я, получается, что я бачу? Я бачу равнину, ля-ля-ля, короче. Я бачу завод сзади такой типа заводик, да? Потом тут спереди еще есть заводик такой интересный. Есть ангар полукруглый. С контейнером. И маленький домик. Серьезно? А ще в мене костер горит. Бля. Я не знаю, як играють ті ребята, які знімають на відео друг друга, як грають. Ну там воно. Це ж треба туга найти. Ой, бля. О май гад! Слушай, я хожу в поле, я нахожу какие-то здания. Да я не вижу дороги. О, нет, кажется, кстати, дорогу нашел. Все-таки у меня так само. Так, зашел какое-то здание. Внутри деревья растут. Дерево прям в потолок выросло. Ух, нихера себе. О, карту нашел. А, нет, это тряпка. Плот. Да. Ты тоже так же сам говоришь. Так само, блин. Да я сразу догадался, что нашел тряпку. Все думают, что это... О, я взрываю в открытие, нашел карту. Вот в пак-мак-мак. Ух ты, двухэтажный дом. Синяя краска или что-то такое. Ты что-то сказал мне насчет двухэтажного дома, да? Да. Слева, справа. Ну, смотря с какой стороны идешь, конечно. Вин находится типа как в лесу. Ну да. Так. Разбытие. Так тут ты двери открывал. Тут даже в нем. Ты казал в нем дерево. Иду назад. В нем дерево. Ты что? Да, ты да, да. Отлично. Я знал, что рано или поздно это должно было случиться. Так, главное. Обалдеть. Тика, ты не спеши до меня бить, ты так дуже, понял там? Ну. Угу. Иду четко по дороге. Чтоб не проебать. Я как раз иду, смотрю, две цистерны, понял? А я здесь когда-то уже был, появлялся. Блин, ну прикольно, а? Ай, класс.
Ну це пише пів біди, бо він, ми друг друга знайдемо, а потім треба ще хавчик знайти. Так, треба оружие добити. Короче, смотри, розбиваємо кемпфайр. Ти і я, понял? Так. І ставимо в одній точці. Угу. І чого? Короче, я ж так понял, якщо я появлюсь на кемпфайрі, то я появляюсь на своєму кемпфайрі, якщо ти, то ти на своєму. Потому ти... ставим два кемпфайра в місці. Ти серйозно? Угу. Це так, точно? Ти де? В зданні. А, окей. Ну, это я так предполагаю. Ну, так тут ран, тут типа вроши в нього, то есть вроши в нього дерево. Ага. Ряд находится дорога. О. Пуч! Наконец-то. Блин. Ой, бля. Так, давай, строй два кемпфайра. Может кемпфайр построенный, построим прямо в здании? Давай. Пидя, и хуяче, давай. Я тебе, блядь. Пошла жара. А что ты так думаешь, что типа мы появимся именно в том месте, там, где распаривал костер? Ну потому что появиться на кемпфайре. Ну, это. А, это кемп. Ну да. Это кемп. Значит так, я. Крафтинг. Кемп? Ага. Вот, крафт, кемпфайр. Как его, мать его, скрафтить? А вот. Крафт. Есть, пошла. Я тебя нажимал два раза подряд, но, кажется, просто надо нажимать крафт снизу. Да. Одну. Значит, вот это, блядь, ты шо, ты шо? А ну, а попробуй тебе предметы передать. А, подожди, сейчас. Сейчас все попробуем. И теперь что делать? Ну, о, есть кемпфайр, теперь надо его... сейчас. У тебя костер горит, типа? Ну, я что-то не понял, я крафтю. Ну, я крафтю, а дальше что? Вот идет время, да? Вот мы крафтим, крафтим, крафтим. Время. Ну, да. Он у тебя появится в этом. А, в менюшке мы, да. Канцель. Так, пока не знаю, что с ним делать, ну. А ну дивись. Где ты тут? Где ты? Вот я в середине. Я только. Ты меня только что раз. А ты мне маркер бачишь? Ты что, с мусорным ведром или что такое? Не, ну ты бачишь, ты бачишь мне маркер? Да. О, патроны, патроны какие у нас. 12 патронов взял. 5,56. 55, 6 ammo. А. И что делать? Если... Все? Ну, кстати, по сохранёнка так пришла. Не знаю. Использовать. А, ты нет. Ты хоть мне костер бачишь? Ну да, я его только что потушил, смотри, оп. Ага. Комфорт. Не комфорт. И все? Да. И что делаем? Не знаю. Тупо в так соте стоял. Короче, пусть они горят. Бля, на дебила, бля, похуй. Ну сейчас копченый. Огонь. Ой, жопа горит, огонь. Погнали. Наших тушить. О, все. А ну покажи на вот этом. Не хрень. Ой, класс. Не, слушай, пусть, наверное, горят. Думаешь? Ну да. А, хотя ладно, не надо. Чтоб можно было прийти опять за скипом. Я просто не знаю, но будет... считается или нет, что это кемпфайр. Там, в принципе, же должно. Короче, ладно. Что ж, дальше продолжаем. Выживание. Бля, пойдем выживать в тайге. Иди такой мужик с голым торсом. Ну, блядь, вылитый Михалыч. Хуя. Хуя. Да можно, кстати, луки как-то делать. Надо озвучивать. Хуя. Хуя. Неплохо, да? Неплохо. Слушай, о, слышишь? Да. Можно сделать спальный мешок. Каким образом? Надо 15... Клозы. Надо 15 клозы. О, ящик можно сделать. Wooden door. О, давай сейчас этот ящик сделаем, туда будем патроны складывать. Короче. А как это называется? Wooden box. Parts, даже клоз, armor, клоз, helmet. Что, клоз, helmet? Да так как ты вообще понимаешь? Ну, типа этот, бандана. Да нет, а, ну, в принципе, да. Пип шотган. Хэтчет. Револьвер.
Хантинг. А что за хантинг боу? О, дерево закончилось, прикинь. Тюю, так и дерево, да, и закончилось. Да, мне надо еще 10 штук. Хуя! Ой, бля! Два неандердальца. Ого, у тебя пресс. Ничего себе. Во, бля. Во, бля. А крылья, крылья. Эх, бля. Вот так, я тебе покажу свою спину. Мощно спину. Ты так как этот, фитнес какой-то. А можешь, Жека, можешь присесть-то? Вот в траве спрятаться. Ага. Да не, их придурок. Топ-топ-топ-топ. Слушай, да. Ты бачишь, что спереди на 12 часов есть завод? Да. Вот, на 12 часов. Да. Надо туда будет сходить. Давай, сейчас ящик сделаем. Квак-квак-квак. Слушай, у нас так уютно, знаешь, дом, внутри дерева. Да. Все как положено. А, слышь, деревянную дверь можно сделать. Да вот. Да. Да не, нам це пока не пече. Нам надо найти еду. Да. Сейчас вот, да. Я, короче, сделаю ящик, чтобы туда понял, чтоб вдруг чего, если нас убьют, шмотки все сохранялись. Такие глазки добрые. О боже. Ты. А, понятно. Привидение. Так, дверь я пока. Не, я на шухере постою. О, есть, готовый ящик. Ну ты знаешь? Не думай о том, что мы можем это самое, что типа если. Есть. Исчез. Если что. Take wood. А, вот, вот. Storage box. Так это. Я вообще, знаешь, я не уверен, что мы появимся возле костра. Драно, я чисто так очкую иначе. Да. Ну, я тоже. Но я тем не менее уверен. О, смотри. Смотрю. Это наша база будет. Нихуя себе, Михалыч! А як? Ну а я не могу им пользоваться, я нажимаю Ешку. А теперь нажми. А, все. Только один человек смотрит, понял. Тільки, а де лут? Усе типа твои патроны, да? Усе патроны, да? Вот ага. А ж я ложу. Надо факел сделать как-то. Патроны. Антирад. Антирад ложу сюда. Давай. Вот этот, знаешь, ложите це large wood storage blueprint. А ну давай, сейчас я посмотрю. Description, this is an intem blueprint, study. Ну короче, глянешь, я не знаю, что это такое. Давай. И дерево, я дерево оставлю. Так, крафт, а армор, что такое? Все, ну я ее перекину, нормально. А, понял. Слушай, а что у нас, это типа, вот это food, это калории наши, 789. Ну вот, дивись, health, да? Health 100%. Food, это калории. Слышишь? Да. Есть стопроцентный вариант. Какой? Скажи. Короче, этот. Wood Shatter надо построить. Это беспроигрышный вариант. Это, короче, знаешь что? Что? Типа шалаша. А-а-а. Что, дерево рубать? Да. Тихо. Ой, бля. Череп труснул еще. Ебать, да. О, Серега, смотри. Серега. Делаю шатер. Та-дам. Это больше на сортир похоже, конечно. А в нем даже прыгать нельзя, не можно. Можно. Ну, смотри. Построй себе вот эту будку рядом. О. Ага. Деревья. Да, надо было именно так поставить. Ну ладно. Так поприкольнее, да. Согласен. Маскировочный. Так, у меня как сортир стоит. Сортир. Ну а что теперь делать? Ну что, погнали разведем заводик? Да, давай. Он за мной бежит? Да! Чисто за тобой, именно по траектории, по какие ты бегаешь. А я за ним бежу с камнем! С
Слушай, может ты в дом забежишь? Походу да. Пошел домой, короче. Я тупо за ним бежал, так именно ему хвост тру. Я не могу камнем ударить. Слушай, а ты в дом забежишь? Я бля! Ну это тупо, ну вот это нас делать, а? А, блядь, знаешь, я там разниматься, просто жесть. О, ты там пивай, ты сволочь! Давай забегай скорее. Я за ним вот так сзади бежу, камнем махаю, ничего сделать не могу. Так. Просто жопа. Сейчас в ящик выложу все, что я добыл. О, серч. У нас есть small stash. Что такое small stash? Ух ты, прикольно. Обалдеть. А ну, скажи еще раз что-то. А ну, знаешь, давай... Нет, только не загоняй меня, понял? Не, подожди, давай попробуем отключить скайп и так пообщаемся, что оно именно. Так, слушай, ну прикольно. А ну, я во-первых, слышу тебя именно с той стороны, откуда ты находишься. Да. Эй. Серега. А ну, а знаешь, чем прикол? Именно связь ухудшается, коли именно находишься дальше, да? Да. Раз. И теперь жди. Угу. Раз. Да. Ты смотри, там болтара где-то. Тебя сейчас загрызут там. Тебя сейчас загрызу, там волк! Бляха, муха. Давай. Да закрой. Вот да. Ты слушайся в звуки природы, да? Вот именно сверчки, да? Как... О боже, ну ты ходишь, глянь. Вот знаешь, как ты ходил? Так, подожди. А что это за хрень? А что это? Вот это да. Маленький стаж, знаешь, из чего можно сделать? Кого? О, слышь, может тут можно ломать? Ломать? О, оружие, смотри. Пайп шотган. Нормально. Пайп шотган. Ты такой мускулистый. 50 дерева и 40 металла. Ты такой мускулистый лысый. Зэк. А, слушай, у меня есть вот уголь. 15 пушка. Штук, куда? Чуешь, куда уголь положить? Походящий лук. Серега! Что? Мы можем луки сделать. Да? Да. Вот это неплохо. А ну, перестань смотреть ящик. Чё ты в ящик зыркаешь, а? Ладно, я пока дерево добуду. Такая тень смотрю, понял? Я тебя не вижу, именно вижу тень. А, да. Не. Теперь вижу только лука твой. Який интенсивно двигается. Ты корни перебиваешь? Да. О, все, нет дерева. Так. 10. Нема? У меня до сих пор дерево есть. О, слушай, я каменный топор сделал. Ой, ты порадовал, блин, я сдох уже. Она, я не знаю, куда бегти. Так, я пошел искать оленя, потому что... Иначе я скоро буду как ты. Я так высоко поднялся, ты бы знал. Ну, только, конечно, мне это ничем не поможет. Блин, я уже и в реальности хочу жрать. А я творожок покушал. Ах ты ж. Да, вы когда там с Димоном шестом драть... О, кабан! Все, иду забивать. Стой, глупец. Или кабан, или я, да, тебе там... Или кабан, или я. Стоять! А ну, сейчас. На, давай. You killed yourself. На. Оно встряло в него. Итак, я появляюсь. Не знаю. Хана тебе пятачок. Пятачок. Жека, вся работа на смарт. Все, слышь, подожди, я почти мясо надо.
Сплит. Сожрать. Ой, шкуры. Так, давай кемпинг, кемпинг. Крафт. Так что понял, вот там толку в эти домики тишь. Толку в эти домики строить вообще нема никакого. Да-да. Серега, у меня 40 калорий. А мясо добув? Да. Даже ой, шкуру. Там... Тут игра типа сверх это самое прям. Сверххардкорная. Ну, Bear Grylls, блин. Bear Grylls? Самое сверху. Подтверждать свою. Так свою сущность. Курица! Хорошо. Как я давно хотел курицу. Кролик, курица, слушай! Почему все одновременно появилось? Когда уже. Я уже все добыл. Стой. Так было. Ух ты! Это супер аптечка. Противорадиационные штаны. Ага. Короче, ладно. Я кемп потерял. А куда их одевать? Кемпфайр. Оба. Ух ты. Слушай, надо будет потом нам с тобой пошукать, как именно сохраняться в растере. Кирка. Ой, фух. Чуешь? Я чуть не обосрался. Кирку взял. Ёкарный ты бабай. Чуешь? Мне страшно. Подожди. Со мной происходит что-то ужасное. А я кирку взял. Господи боже мой. Что там? Я не знаю, как мне приготовить хавку. То он так загибается? Давай. Да. Да вот же ж. Я даже чую, как ты... Охренеть. То він такі звуки здає. Да. Все, я все. Я взяв гранола бар. Я взяв батончик питательний. Так, ну що, ми скоро підемо на перекус, то що я теж думаю покушати. Кидаем. Да? Давай, подожди. Я почти все успел скинуть. І що, і здох? Жека, у мене дві кірки. Поздравляю. Я сдох, да? Вещи быстро распалмятся. Давай. Даже нет. Фу. Так а что хотя бы ничем. Ничему поранялись. Воу! Он меня только что через стену кусал. Да, во-во-во-во, да. Знакомо чувство. Да уж. А ну иди сюда. Поговорим. Иди сюда. Добрый. Все? Все, готов. Две стрелы и волк готов. А стрелы забрать можно? Не. Удаление. Когда фига все сыпется. Ресурсный рюкзак, такой. Рюкзак тоже. Раз. Два. Упс. А ну крафт. Значит я. Ого, целый момент. Вау, 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 бежи! Доигрался, да? Мене целую минуту оружие робить, не прикинь. Так, тихо, подальше. Отбегай подальше. А, нормально. Дом моей крепости. Сейчас самое главное узнать, что получится с того, что я накрафт. Это самое главное. Веня. О, кожа. Шикарно. Кровь. Кожа. Ты там крамсаешь. Куриное мясо. Да, 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 да. С ведмеди, да? Нормально. Нормально, что там. Metal ore. Sulfur ore. А что за сульфур? Сульфур. Что это? Химический элемент. А, я не помню, что уже в самом деле. Ну, для поджигания там всякое такое. Типа для пороха.
Так, короче. А металл, типа, можно тоже, типа, варить кук. А что с металлом? То есть, что можно работать с рудой железной? Бляха-муха, надо факел. Чуешь? Кого? А я руду переплавлять. Ну, metal ore. А вот сейчас и узнаем. Сейчас плавильню поставлю. А, это ж надо плавильню. Это ж не так, что тесто в костер кидаешь. Да что ж такое, прикинь, камня не хватает. Отвечаю. Бомж. Я реально как бомж. Я добывал камень. Фурнис, да? И мало. Да. Так а где ты возьмешь low-grade fuel? Я его уже взял. А, серьезно? Ну да. Ну его ж можно сделать из жира, как я там говорил. Ага. О, жир, антирады, и... антирады работают хорошо. Это фигня. Антирады. Я один попробовал съесть. А, я уже ел, да, тоже. Было дело. Так. А, типа можно дом строить? Wood wall. Wood foundation. Угу. Wood stairs. А, это как бы лесенка. Wood ramp. Угу. Wood ceiling. Metal window bars. А, можно такой дом отбабахать. Да блин, мне вообще нравится. Мне понравилось. А, вот. О, уже разводняется потихоньку. Уже? Да. Надо же, я только-только отбежал, чтобы не темно было. А, ну и да, я там бродил. Пока я бродил туда-сюда. Ой, темно. Ну ладно, пока все равно покрафчу. Без факела тут не разобраться. Блин, грейт. Я тут как в сталкере. Да. Типа научного доктора какого-то, или там, не знаю. А лоба, ты такой заходишь, а я такой, да-да. А ты знаешь, что даже специальный мод сделали, чтобы типа... Ага. Да-да. Так равно кумарился, да-да? Да-да. Да-да? Как без, я просто разрывался ведь все. Давай, да-да. Ну, так по ушам резал. Знаешь, как доктор Кирилл такой. Все, пошел добывать. Камень. Твою мать. Да не могу никак добыть его, прикинь. Казалось бы, простая вещь, камень какой-то. Ну понял, зайка, я домик кажу. Вот и деревянный. Забьюсь в углу. Обалдеть, слышь? Да. Вот этот пайп шотган вообще вещь. Все, лук я нафиг выкидываю. Ну да. Пик ап. А, ноги возле огня. Класс. Да, так а, слушай, ну ешка убирается, да? Ну, а убирается. А в чем прикол? Я вот, хрен его знает. Ну, положи, а ты хорошо. Не понял. Да уж, о, сульфур добыл. Як спать, вот это самое интересное. Угу. А ну, Раст, как спать? Я гляну. Давай. Раст. Я так же само набирал, как Раст, как есть. Да? Да. Смотрю, 15 секунд. О, думаю, отлично. О, Раст, как спать в спальном мешке? Ой, спальник положил, так темно здесь стало. Как лечь спать в Раст? Ну, картина удивительная, честно говорю, такая, знаешь, необычная очень. Ух ты! Оба! Знаешь, в чем прикол? Ну? В случае смерти вашего персонажа игрок будет возрожден на данном спальном мешке. Если вот вы нажмете. Подожди. Если вы нажмете Add a Camp, но если ваш герой умер опять и попытался возродиться менее чем через 5 минут, то повторно он на данном спальнике не появится, а будет выброшен в случайную точку на карте. Подобно кнопке Respawn. О, как оно. А, вот оно кто. Нифига себе, ты одетый спецназовец какой-то. Да. Я теперь ты как спецназовец. Я доктор спецназовец. Браток, а шо ты бы за штаны бомжатские купишь? Что это такое?
А, то нашел ящик. А ну, короче, на тобі. Давай. А мне передать нельзя? А вот же слева. Я вообще думаю. Слева. Э, а что так выпадает? Я хотел передать. А ну, ботинки одинешь? Ну, конечно. А что это за ботинки бомжатские, что с тобой? А я нашел. А, ну вот эти я сшил. Вот смотри, футболочку я сшил, как она? Серьезно? Да. А мне тупо все на халяву досталось. Ах ты ж халявщик. Да. Слушай, я сейчас не бачу, что ты ботинку одел. А ну, покажи винтовочку. М16, что ли? Не, подожди, вот. Ты смотри влево. Только у тебя обоймы нету. Ну да. Она какая-то другая, короче. А, ну это М16. Короче. Похоже очень. Так. Жека на ОЦ. Забирай. Ого. А, 14. В глаз 500. И вот это. Тоже неплохо. Что это такое? Винтовка. Нихера себе. Райфл. А с чем же она стреляет-то? Так я ж тебе патроны кинул. Желтые патроны. Да? Угу. О, да ты шо? А у этих желтых патронов у нас дофига. А, да? Угу. У меня еще 36 таких есть. Уже 50. Бомба. А, есть такие дробовые к ЖК. Где? Да вот он. О, блин. Нифига себе дробовик. Слушай, а ты ботинки одевал, какие тебе я давал? Ага. Серьезно, ты в них типа сейчас? Да, ничего не поменялось, что ли? Mm-mm. Печально. А ну, подожди, давай я тебе сейчас это выкину, оно один, мне интересно. Она так слетает с тебя. И теперь я бомж, да? Да, но каска выглядит вообще не каска. О боже. Спецназовская какая-то. А, это смазка, да. Ну, ботинки вот. Теперь ты боссый. Теперь ты не боссый. Ты типа... А ну, просто один мне, если мне интересно. Ну вот, чисто твои. Ничего не поменялось. Да ладно. Да? Ну, не знаю, лови. О боже. Ага. Ну, а як у мене костюм виглядає? Повиду, який він. Что-то у тебя рубашка изменилась, вроде бы. Да? Ну ты как этот. А, или нет, или такая же самая. Ты как этот. Как его? Талип такой. Серьезно? А штаны какие? Зеленые. А футболка? Белая. Я так и самый, как я понял. Тупо все так само. Я понял. А, Жека, ты сейчас такой одну фигню выпинанул. Підбери її. А это чи? Так. Ну а кровать де? Що ти робиш? Вірайся своє діло. Чо з тобою, блядь? А в мене кума. Ух ты, я не убрал. Знал. Да и я думал, берется, не берется. Убрался. Прикол. Ты если что, слышишь, если ты чисто для огня развел, ну, чисто для света, угу. То здесь зажигай. А. Или ладно, я отдельно зажгу. О, красота. Просто свет тусклый. Ну хотя, в принципе, более атмосферный. Угу. Можно сталкер. Что, уходим отсюда? Погнали. Жек. Уже светает, кстати. А, держи факела. Там не хоть один. Ну уже, конечно, он тебе, наверное, и нафиг не надо.
Вовремя. Бери еще один. Пришло. Короче, добываем дерево, добываем. Дерево. Дерево. Слышишь, топ, может топор сделать? Жека, дерево, дерево. Где? Где? О, и камень. А что за фигня? А ну после ты. Мочи оленей. А что такое? А ну. Ты тут был? Ага. Я вот здесь умер от тут... этого, от голода, понял? О боже. Я тут сюда вещи свои выложил быстро. А здесь хотел пожарить еду, но я не знал, как шарить. В итоге я сдох. Не успел. Сырого схавал, понял, сразу сдох. Да? Ага. Это бы скидка калорий. На 1600. На 1000. Нормально. Нормально. Чем ты рубишь? Камнем? Да. Ты чё, будешь? Да. Так, мальчик. 67 дерева, нормально. Ты хоть каменный сделай топор. А, да сделаю, сделаю. О, медведь, медведь, доставай ружье. Разобрали. Живущий выдал. Вообще в голову. Слушай, я, короче, я же записываю, понял? Я думаю, повырезаю, причем нарезки сделаю нормально. А то я ты хватый, блин, да? Да. Как раз ты посмотришь на себя со стороны. Да-да. А, блин, беги, беги, я сейчас не перезаряжаюсь. Я там в тебя не попал. У меня патронов не мачусь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай, лечись. Ладно, кровотечение. Ну да, давай. А что, я дергаюсь, чешу? Да нет. Просто я по твоим переживаниям понял. Можете дать? Кого? Бинтов? Не, у меня хватает. Слышь? Да. Волк чисто на тряпки ушел. Даже мясо не выпало, чек за одни тряпки. Для волка дрыщ. Вата. Жека, надо дерево. Что? Дерево надо. Да, давай искать. Ух ты, ух ты! Интересная хижина. Да? Слушай, надо будет плюс менять дом. Наверное, да. Есть дома поинтереснее все-таки. Ну, на цель, конечно, не открыт. Этот дом открыт. Дерево? Сейчас. У вас есть дерево, тогда мы идем к вам. О, филе курки. Блин, я не могу на тебя смотреть с этим камнем. Ты хуя с мега ружбайкой и ходишь с камнем в руках. Я тебе хоть нормальный топор могу сделать. Там кирка даже была, блин, нормальная. О, так где есть топор? Нет, это кирка. А покажется топор. А ну, Жека, ну. Жека, психологический тест. Топор? Топор. Не, Жека, кирка. А у меня тоже топор? Да. У меня кирка. Так. Жека. А. Я хочу дома. Нифига себе. ЗМП-5? Жека, Жека, Жека. Да. ЗМП-5. Нет, нихуя, ЗМП-16. Я понял.
Это 16. Это 16. Вот нихуя. Это 16. Это рост. По-моему, ты слишком устал. Ты еле махаешь. Энергичный. Ого, дрова, нифига себе. 20 минут. Жека. А. Слышь, я работаю раз 20 минут, другой раз 20 минут, и третий 14. Нифига себе. И я еще там срубил нормально. Странно, как это оно. О, вот еще камни, кстати. Ой. Оп, моя нога. Блин, вмазал так, как я никогда не забуду это. Ну, конечно, Киркуль. Этот шрам Киркуль будет напоминать. Об этом дне еще очень много. Расти. О, дрова, дрова, дрова. О, давай, ты на дрова, я на камень. Угу. Прям как в стратегии, знаешь. Этого на дрова, этого на камень. О, нормально. Так, 237 дров. Угу. Жека, ты куда катишься? Да, я тут бегаю. Да. По поляне. А, Жек, вон, я вижу тебя. Где? Жень, где? Где ты? Сейчас. Жека. Жека, стой. Увидел? Не. Тихий убийца, блядь. Маньяк на природе. Эй, ты мне в чашечку целился. По крайней мере, такие ощущения. Так, ты факелом светить? Ага. Сейчас ладно. Включу твой костюм. Я, в принципе, примерно думаю, где... Где наш дом должен быть. Слушай, такая атмосфера. Что, обосраться можно? Наращивай даже. Заебаться всраться. А, о, всё. Нашёл, нашёл. А как файер кидать? Правую клавишу. А. Ой, ты чё, заделал проход? То есть. А. Да. Я ты? Забыл, что у нас ход не со стороны. Не по-людски. Ты копай. Да уж. Кинул, блять, файер. Так. Что ты там делаешь? Я крышу поставлю. А, красавчик. О, пусть вот такой вот холл будет. То есть. Ну, в смысле, тут сейчас разместим. Всякой а-а-а фигней. Во-во-во. Ты свой спальник перемещаешь. А, да, всё, а я постоянно типа сохраняюсь каждый раз. Жека, Жека, отсюда. Помнишь, у тебя ветка, она именно нажала к полу, понимаешь? Так, мне надо ужасы рассказать. Она живет на тебе. Она живет свою жизнь. Господи ты боже мой. Ебать, я взрослый. Ебать, килограмм. Ебать, килограмм. Египетская сила. Так что ты там говорил? Ебать,
Нет, знаешь, куда я ходил? Тут у многих ты. Я был бы разочарован. Просочиться хотел. Так тихо, Жека, прикинь. Я думал, дом находится в той стороне. Ну так там примерно и есть. Не, так глянь, вот тут, а я аж туда, вот глянь, Жека. Аж туда ходим, какие ты. О, как тебе так? Местечко уютненькое. Да. А здесь у нас будет вещь. Знаешь, у нас донаканту нахуй. Я не знаю, как. Ну, блин, сдалеку дом охеренный просто. Как в сталкере, да? Да, лучше. Охеренно. Бля, я просто прирожденный дровосек. С утра проснулся и уже дрова не пошел. Уже в дрова. Слушай, новая шутка, бля. Я дровосек. Уже утро. Ой, блин. Ой, бля. Я слез. Захожу в рощу и ебашу. Роща. Чаще. Я не знаю, куда бы, у меня топор еще ни разу взломался. Это, да. Это удивительно. Это надо запомнить. Это, блядь, руки кривые. То, что я ж, а хули я. Не зря уже ебашишь. Не всем давно. Я видите там, как я там сказал. Я не ебедный дровосек. Каждое утро я в дрова. А солнце. Солнце еще не встало, я уже ебашу. Я уже в дрова. Ебашу. Так, короче. О, гранаты. Слышь, я хочу гранаты сделать. Труп пороха ебашить. Надо пороха, короче, и осколком. Ненормально. Заебав труп пороха. Слушай, откуда мы металл берем? А, ну да. Пиздачим. Я уже забыл. Я пусть нормально, люто пиздачим металл. Так, подожди, я забыл, что уже надо делать. О, только 208 труб. Уже пошанивают. А ты дай сейчас. Я? Слушай, знаешь что сейчас? Интересный факт. Вот, дивись. Вот, сейчас. Слушай, у меня дрова закончились. Угу. Давай, тащи без. Сейчас, дивись, интересный факт, да? Типа... О, ты! Да, слушай, вот интересный факт. В одну сторону, короче, понял, там, где я рубаю, вот тут и старый дом, да? Uh-huh. Тут нормально, радиации нема. Дико переходит на другую сторону через дорогу, а радиация ебашит. Ну да, радиация через дорогу. Ты в домику, да? Угу. Тебе дрова подкинул? Да. Все. Здорово. Здорово. Хули ты, блядь, это распиздяничаешь.
Ах, слушай, так можем мне это само строить. А, нет. Так, подожди. Так, а ну сколько там надо на лестницу? Вон, перед ногами. Ага. Ты за дровами пошел? Потом, да. Я же дровосек. Ты добычи. Я же сразу, я уже сразу ебашу. Понятно. О, прикольно. О, дров. Так я же не нашу. Ой, я не страдал. Так, делаю лестницу. Что такое? Звук это доносится. Конечно, слышно. Перед моей харей тут стреляешь. Так, ладно. Вот беда. Слушай, мне нравится за ночь треба расставить. За ночь деревья поставить? Ну, получается так, я вчера. Допустим, це дерево рубав, а сьогодні воно, короче, сьогодні опять його можна рубати. Лестницу тут можна странно і строїть, дерев. Де говорять, смішно виходить. Так. А ти більше надо етаж. Так, ну ладно. Цю дорогу у нас. Ну добре, ви собі. Знаєш, хоча вже метрів 200, і там вже скривається в деревах. Так, оно всяко. Слушай, Андрей, я кое-что попробую. Что? Смотри. Ой, бля. Хуйня, шутник. Ну ты, бля, шутник. Не хуялась. Всё, я домой. Охереть дом. Класс. Прикольно. Мне нравится. Да, нормально. Первая комната такая неудачная, да, угрюмая. С кроватями. Да, напоминание о хорроре. Не комната, а тупо неудачная. Комната неудачника. Мы тогда неудачника будем отсылать. Да мне тут рубать и рубать, у меня тут уже третий топор поломался. Я серьезно, я не шучу. Джек, помнишь, ты мне давал топор? Ага. Я ему все прополюсь. Криворукий. Выходит, ты действительно Джон Криворукий. Как в этом? Так я рядом с домом. ХЗ. А? Так же я рядом с домом находится, по сути. Смотри. Давай через минуту я спрошу тебя, сколько у тебя дров. А я тебе скажу, сколько у меня. Давай. Так, через минуту. Можешь рубить все, что ты видишь. Руби, что хочешь. Кроме дома. Блин, был бы у меня топор, было бы еще больше. Аж досадно. Ни топора, ни жалости. Господи, куда меня занесло? Сейчас. Доделаю дело. Вот так, 4 патрона.
Слушай. Знаешь, сколько у меня уже дров? 600. 750. Да ну нахуй, всё, возвращайся обратно. Сейчас тут еще одна куча. Я теперь тут какой-то полисадник. Смотрите, капец, 52. Это я еще только камнем рубаю. Хорошо. Только не знаю, куда идти, слышишь? Что-то я реально потерялся. Это вообще для маленьких самых дальних. О, Олег. Очень. Такой смелился за своей смерти. Пока развернулся. Пока понял, что его бьют. Фу, впереди олень, я подумал. Медведь. А-а-а! Господи, ты боже мой. Нет, это все-таки был олень. Все, я развожу кемпфайр. Не насрать. Боже мой, возьми, меня что-то топчется. А у меня еще 20 секунд крутится. Слушай, знаешь что, ты это самое, ты пока делай. А, точно, планки. Планки, крутить. Ну да. Слушай, планки рубить вообще дома. Не буду тратить за это время, да. Видишь, есть польза. Я пока стену не сможу. Господи, боже мой. Какая жуть. Факела нет. Слушай, как тут не проблемы. Да ты какие проблемы? Только что на меня волк напал. Я еле-еле успел. Я поставил кемпфайр, на меня напал волк. Я с одного выстрела его убил. И в кого, все проблемы, да? Я так переспал, честно. Фу, сейчас начался самый настоящий хоррор. И меня так топчется постоянно кто-то. Слушай, короче, походу всю тысячу сейчас в вагоне вкину. Чтоб светло было. Мне страшно. Так, я лестницу. Просто всраться можно. А я пока... С волка беру шкуру. Я обмажусь кровью своего врага. Шкуру взять. А? Так, а что самое главное бежать, а не шкуру взять? Шкура. Короче, ладно, баня. Так, надо перезарядить оружие, а то... А, перезарядил, слава богу. Это я вот этим, понял? С спайп... Шотган сейчас нахожусь. Ага. Поэтому мне так страшно. Я знаю, я каким-то образом вообще здесь не существую. Правой кнопкой поворачивать. Если что. Так, о, если так, есть, подожди, если я, может, факел сделаю. Торч. Low grade fuel. Low grade fuel. О, могу сделать. Зашибись. Давай хотя бы пару штучек. Торч. Пару штучек. Торч. И не говори, ты ж. Я тут чуть не обосрался. Я не шучу, блин. Так, хорошо. Делаем пилары, да? Так, пожрём. А ты там жрёшь, да? Отрыгнула. Шишка, я такое построил говно. Не гони. Да. Не гони. Ё-моё. Руби, не знаю. Как хочешь.
Бля, Серега. Я сейчас буду топором тупо до утра рубать. Все, забрасываем дом. Да не иначе. Так, пошла молотить. Тут посмотреть, что здесь в округе. Брёвна! Прикинь, осмотрелся вокруг, у меня тут брёвна валяются. Да. Красиво. Чё, я даже не знаю, куда бежит. На боль. Так, блин, светеет или темнеет? Сейчас, да, Жень, стой. Это сейчас. Море. Сейчас гляну, Жень, всё. Видишь, вода. Да ты сейчас убьёшься. Я думал, ты плачешь. Сейчас так, бомбочка. Бля. Это вода, видишь? Уии, бля. Уии. Что да ты делаешь? Слушай, а сколько я сейчас буду... Всё, сдох. Это кем? Написано, Пер-40 убил Пер-40. Ты сам себя убил. Ну да, логично, в принципе.